нас ждет. И сегодня мы увидим новую коллекцию и попытаемся взять интервью. Коллекция сезона «Весна-лето 2017. Сны наяву». Thank you.
видела на Mercedes Fashion, она мне понравилась. Это очень... коллекция весна-лето 2017. Мы показываем весну-лето, потому что это международное расписание входимых показов. Как вы видите, одежда для отдыха, для романтических людей. Здесь есть коллекция в боевом стиле. Все платья немножко похожи на ночнушки, все костюмы немножко похожи на пижамы. Удобная обувь в виде кроссовок, ироничная прическа, в виде рожи. В общем, сейчас такой мир, когда очень время расписано каждые 5 минут, всем тяжело. Даже женщины будут живы, руководят целыми компаниями. Хочется, понимаете, немножко расслабиться летом, когда у них отпуск, когда они отдыхают. Поэтому мы сделали такую коллекцию, которая называется «Сны крылышка». Почему крылышко? Крылышко, потому что во сне мы все мечтаем и летаем. Вот так вот. Крылышко чье? Это крылышко птички или ангела? Скорее, может быть, лебедя, может быть, ангела. Кто как видит себе это во сне. Спасибо огромное.